Думаю, перестану нервничать и буду учить. Дорогой мой человек, мой путь к тебе совсем непрост. И ненаписанные письма придут, возможно, через много снов, когда ответы спелой вишни уже зовут на новый бой. И лишь наброски маслянистые вновь в электронном, как в живом, нас снова подтолкнет к небезымянным цветностишьям. Мой путь идет по сожженным мостам. Мне нужно все восстановить их. Я не умела создавать, я научилась это видеть. За то, чтобы стать к твоим глазам на пару поцелуев ближе. Насколько же мне потерь сравняться, чтоб снова верить, удивляться. Когда из холода в огонь, когда из страсти в безразличие, тогда закончится покой и улыбнешься. Ты, мой дорогой, мой человек, земной, и в этом есть невидное счастье. За все, что было не с тобой, за все, что есть нам только встречи, прошу, пожалуйста, постой. Мне ведь тобой не надышаться. Мне будет мало жизни той, что нам осталось здесь. Любить. Любимый быть тобой. Любовь. Есть ли еще смысл? Какой?